Всем доброго дня, это Гелиос Сар и география просто. Планета Земля, 5-6 классы. Параграф 19. Географические координаты. С помощью параллелей и меридианов определяют не только направление сторон горизонта, но и географические координаты точек на земной поверхности. Окружность пересекающихся параллелей и меридианов образует на глобусах и картах сетку. Сетку координат. Каждая ячейка сетки состоит из вот тех самых дуг окружностей. Ведь не забывайте, что наша Земля является шаром. Вот здесь вот довольно-таки четко видна вот эта вот самая сетка из тех самых дуг окружностей. Вдоль начального меридиана на глобусе и на круглой рамке карты полушария имеются обозначения параллелей. 0 градусов, 10 градусов, 20 градусов и так далее. Эти числа указывают географическую широту параллелей. Географическая широта – величина дуги меридиана в градусах от экватора до заданной точки. Ну да, звучит довольно сложно. Но, проще говоря, можно запомнить, что географическая широта – это параллели. Все точки, которые лежат на одной параллели, имеют одинаковую широту, но могут определенным образом уточняться. Далее идут меридианы и, соответственно, идет долгота. Для определения координат какого-либо пункта, кроме широты, используют долготу. Географическая долгота – величина дуги параллели в градусах от начального меридиана до заданной точки. То есть, если параллели от экватора – это у нас широта, причем она может быть как северной, так и южной, то, соответственно, долгота, она идет на запад и на восток. То, если может быть такой, например, координаты, там сколько-то градусов северной широты, столько-то градусов восточной долготы. И мы понимаем, что это может быть находиться где-нибудь там на территории, например, в России, что-то подобное. Вот так вот. Так, долготу отсчитывают от начального гринвичского меридиана. И опять-таки их отсчитывают по линии от нуля до 180 градусов, а широту отсчитывают от 0 до 90 градусов. Вот так вот. Почему систему параллелей и меридианов на картах называют градусной сеткой? Для чего она служит? Ну, потому что она измеряется в градусах. Служит она для того, чтобы было легче ориентироваться. Что такое географическая широта и географическая долгота? Ну, проще говоря, это точка, которая находится между определенными параллелями и между определенными меридианами. Если говорить вот самым простым, своим, и, я надеюсь, понятным языком, географическая широта – это точка, которая расположена между определенными параллелями или на этих самых параллелях. Географическая долгота – точка, которая расположена между или на каких-то там меридианах. Точка, где сходится это параллель и меридиан, будет называться координатами. На карте полушарий в атласе определите протяженность Африки с запада на восток по 10-й параллели южной широты. В градусной мере и в километрах. Но это можно отдельно посмотреть. Ответ получается 2905 километров именно по 10, по параллели в 10 градусов южной широты. Именно по ней 2905 километров.